В школах страны массово появляются медиа-центры, причем организуют их сами дети. Они пишут новости, снимают сюжеты и фильмы. Цифровые технологии позволяют создавать их даже в отдаленных селах. Школьники стремятся освоить науку СМИ не случайно, полагают эксперты. Если мы посмотрим на самых успешных блогеров сегодня, особенно социально-политической, например, тематики, это все журналисты. Это все профессиональные журналисты, которые просто ушли на свободные медиаплощадки. То есть блогинг никак не отменяет технологию, компетенции, профессионализм. Школьные медиа-центры призваны включить подрастающее поколение в единое информационное пространство края. Внимание участников на это обратил член Союза журналистов Сергей Манцков. Формируем клуб. Выстраиваем горизонтальные связи, и, пожалуй, для вас это будет самое ценное. Участники форума занимались на трех площадках. Эксперты сферы СМИ и СММ рассказывали, как писать запоминающиеся тексты, выстраивать кадры, работать в соцсетях. Сегодня я увидел молодых людей, увлеченных журналистикой. Наверное, не все из них придут в эту профессию, но они уже сейчас получают навыки добывать и изучать факты, формулировать и продвигать информацию в сетях. Но главное в школьном возрасте – научиться общаться и обрести друзей. И я уверен, что медиа-центры эту задачу выполняют. В детских редакциях идет мощный обмен информацией между школьниками, их родителями, педагогами и представителями общества. Интересный опыт получился в школе села Шалапцы Линного района. Здесь не только делают новости, но и пишут книги. Информацию для первой истории школы от А до Я собирали у нескольких поколений выпускников. Для второй в их судьбе была война, опрашивали ветеранов, тружеников тыла, вдов, детей войны. А сейчас медиа-центр снимает кинопритчи. То, что они получают, чему они учатся, это пригодится, наверное, в любой профессии. Умение вести дискуссию, умение написать текст, умение снять какой-то сюжет. В качестве практического занятия участники форума целый час брали интервью у известных людей Барнаула. Это были депутаты КЗС и директор зоопарка Сергей Писарев, директор сети спортклубов Алексей Чеботарев и председатель Совета краевого движения по увековечиванию памяти погибших в Великой Отечественной Галина Буймова. Фото и видеорепортажи и текстовые интервью опубликуют на сайте фонда Александра Прокопьева, где можно будет проголосовать за лучшую работу. А на форуме наградили победителей предыдущего конкурса репортажей с фестиваля экстремального туризма на реке Песчаной. Александр Прокопьев вручил детям дипломы и ценные призы – технику для съемок. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком.